Блиц с товарищем. D4, ничего себе. Где E4? Хочу Берлин. Хочу страданий. Не, знаешь, я не разбирался. Я бы играл этот Берлин, если бы я разбирался. Ты знаешь, сколько мне надо потратить времени, сил, чтобы понять, что происходит в этом Берлине? Минут 40. Лет 40. Ну, по крайней мере, надо будет серьезно засесть за Берлин. Я не хочу, это очень уныло. Конь F3 интересней ход. Он выглядит тоскливее, а на самом деле он интересней. Нет. Так, взял. А сколько у тебя? Вот у тебя 2600 ни разу не было на чистком. Нет. Я даже не приближался. Вот это почти пиковый рейтинг за все время. Я думаю, это заметно по партии, что сильнее я и не должен быть. Выше, точнее. Ну так бей, что-то слона жалко. Что-то не выходит. Была бы не может пешка на e6. Ну пойди слон b5, он пойдет e6. Нет, пойдет f6. В том-то и дело. Он не пойдет f6. Это обидно. Да, ты говорит о том, как ты хорошо разбираешься. Я думал, он зенит, все. Ввинтить туда этот шах, если он сейчас его проигнорирует. Нет, и, ну тогда 2-0 нужно будет выписывать. 2-0 в принципе не хочу играть. Я хочу король E2 пойти. Тогда шах. Выписывай. Я не вижу смысла сейчас уже. Просто король D8 пройдет. Мне нечем расковырять слона, понимаешь, в чем дело? Ну признай, конь F3, ой, D4 не очень. Да не, я потом не точно сыграл. Где Берлин? Где эндшпиль? В общем, равно стоит. Он слон E7, конечно, пойдет и попытается так меня. Это обидно. Ходить королем туда-сюда. Ну ладно, так пойдем, просто подрежем, может, он b6 уже сыграл, определился с этим всем. Пытаемся что-то изобрести по линии c. В общем, это я все говорил, а понятно, что ничего не работает. Ладья c8. Грозило, да, ладья c6? Ну, тоска. Даже Берлин интереснее. Не, ну у тебя пешечки посипать. Да ничего это не значит. Пешечки. А4 хочет пойти. Может, у него-то и побольше план тут объективно. Ну понятно. Как тебе партия? Вы вообще веселые ребята. Песни под гитару поете. Вот скажи, за счет чего ты хочешь сейчас выиграть? Не хочу выиграть, я хочу не проиграть уже. Это еще... Хорошо, за счет чего ты хочешь сейчас не проиграть? Все-таки материала поровну пока. Мне все это так не стоит. Чувствую, что я не проиграю после F4. Да, есть, да, есть у тебя чуть-чуть предчувствие, да? По-моему, это божественная партия. Я не выложу это. Выложишь? Еще как выложишь? Меня не поймут. Какая интересная позиция. Как сыграть? Я не знаю, как. Давай возьмем. Играем на победку. Лишний слон, ничего не... Нет, все, нафиг.
Я в трауре с этой партии.